Нарежечки. Хочешь заработать $30 бесплатно? Для этого переходи по ссылке в описании, вводи промокод и получай халявный бонус. Двор просто жилой. Туда не поставят. Они вот на эту ставили, я уверен. Эвакуировали и вот сюда бы увозили. Вот их нет, ее нет. Блядь, где? Стоит дальше. Реально? Это она? Ай, блядь! Телефон со стримом. Сука. Куда он упал? Чек. Это она! Чек. Я не знаю, блядь. Вот он. Чат, вы тут? Она! Она! Ебать. Девочка! Ебать, нашли! Найс! Ебать, ты по газам дал. Вылетело сразу. Я испугался, вдруг мы ее потеряем из виду. Ну что, проверим? Сейчас я прикреплю. Ты брал с собой клют? Да. И прикинь... И прям справа сразу же какой-нибудь ресторан красивый. Ресторан чтобы отпраздновать. Для стримов. Для стримов хозяевских. Пошли проверим. Оп, о, нихуя тут подножечки, блядь, все официальненько. О, блядь. Вот так я сейчас передвигаюсь. Блять! Кто мне нахуй это будет от этого, блять? От этого, блять. Ну ты ебать. Бля, ну Рэнджик так-то ебать. Это что за хуйня? Почему она красная? Ничего не отражается, даже красная. Чат. Почему красная? Что это за хуйня? Кровь. Бля. Ай, блять! Просто смешно. Извини. Ну, у меня очень болит палец. Болит палец. А почему красное? Я не знаю. Может, это стекло такое снизу? Здесь нету, это одно стекло. Распаковка, нафиг. Дизайн, вижу попай. Блядь, ну вот это тильт, нахуй. Нахуй наклейки. Я не знаю. Тебе нужно звонить? Туда? Ну нет, показывают, что ничего не открывали, понял, наверное. Хуй. Ну или я хуй знаю для чего это. Пломба. Хуёмба, пломба в зубах. Блять, ну это вообще пизда. Вообще-то лучше убирать на мойке, но все равно не хочется этой ошметками ебаными ездить. Реклама бесплатная. Вот сюда и телепортнули меня. Так.